Всем привет! Это «Разумные игрушки». Представляем вам вот такую игру «Охота». То есть это игра на координацию. Вы видите, как движется окошко и пытается колобок. Шарик-колобок, который пытается убежать и от охотника, и от тигра. Для того, чтобы он двигался, я тяну за веревочки. Лево-право, лево-право, вверх-вниз. И путем натяжения нитей регулирую движение окошка. Ну, вот так и проходим весь путь. Упражнение очень интересное, очень полезное для детей, чтобы уравновесить работу левого и правого полушария мозга. То есть мы работаем синхронно. Если моя рука выполнит неправильное действие, ну вот видите, достаточно скользкий момент, нитки уже натянуты, и шарик пытается провалиться. Если одна из рук меня не послушается, то произойдет вот такое. Сейчас этот шарик просто провалится в окошко. Мне придется весь маршрут начинать сначала.